Горжилинспекция проводит проверку крыш в Нижнем Новгороде. Проверяются их состояние на предмет наледи и сосулек. По данным горжилинспекции, ими проверено уже 6 тысяч домов, и из 6 тысяч в 940 выявлены нарушения. На Бекетово 65 мы выявили гигантские сосульки. В связи с этим в отношении домоправляющей компании будут приняты исчерпывающие меры административного воздействия и, соответственно, выдано предписание на очистку кровельного покрытия от сосулек, которое представляет угрозу для жизни и здоровья. Это караул. Идешь и боишься, на башку это все свалится. Это ведь вот каждый год так. Ну вот мой дом, посмотрите, то же самое. Ну, у нас вообще не чистили крышу в этом году. Ну, сами видите, что творится. Самая главная проблема – это вот именно в запаркованности автомобилями. То есть мы пытаемся работать с председателями домов. То есть жители бывают как-то вот безответственно относятся к этим моментам очистки кровли, что вот машины оставляют. Нижегородским нагорным отделом также обследовано порядка 700 домов и придомовых территорий. По результатам обследования выдано предписание и привлечено управляющей компанией товарищ собственного жилья к административной ответственности в виде штрафа порядка 700 тысяч рублей.